Всем привет, друзья, с вами, как всегда, злой слон, Дрейр 51 Рус. Опять. Всем привет. Опять колбасим пиратов. Что-то нас тут выкидывает, все и выкидывает. Никак нам тут не пройти. А, ты опять все тут материться будешь. Ты поменял, что ли? Мне крайне дорога моя задница. Да. Можно сказать, так. Что за чудо? Может, задница. Пойдем? Задница, я это хорошо. Правильно, давайте. Блин, я оружие не выбрал. Снайперку не взял, прикинь. А, не, вот. Тут сейчас можно поменять. Тут я уже перепугался весь. Что я без ружбайки. Так, снаряжение. Что я без ружбайки остался. Готов. Готов. Так, возьму я снайпер, короче. Блин, ну как этот упырь опять за тобой? Не готов ты. Теперь готов. Как этот упырь за тобой там уцепился? Я ему окучиваю, а он стоит снизу, тебя поливает вообще. Не отогнать гада. Что-то он от меня хотел. Да не говори, что-то он конкретно на тебя обиделся. Конкретно на тебя обиделся. Так, что тут у нас? А, ну тут легко. Я в рамазу. Теперь попал. РПГ. РПГ где-то слева. Все, я снял его. Снял. Угу. Отлично. Граната где-то... А, вот это да, Паша, мне воткнули. Как так? Расслабься. Под ногами граната была. Да я что-то вообще даже не обратил внимания. Блин, нельзя залезть. О, смотри, сколько их. Да чё я тут что-то мажу вообще? Решил кардинально решить. Да что-то не помогло, слушай, вообще. Да в бочку попал. Вроде воткнул туда, а что-то он там окучивает откуда. О, парень, сейчас я тебя. Подними свою головешку. А да иди твой налево. Да что ты будешь, слышь, холостые патроны, что ли, мне выдали сегодня. Да наконец-то. Где-то справа, тут, справа где-то тут окучивает вроде. Фига он выстоял. Бочка взорвалась. Ну да, я его догасил тут. Вон еще головешка. Ёлки-палки. Вот там их еще два, слушай. О, нормально он там подскочил, слушай, на гранате. Он на своей, причем, он давай гранату. Ты этого слева грохнул, который? Да. Он, походу, гранату уронил. Волошара. Сам под себя. Я гляжу, он что-то брыки подскочил такой забавный. Ух ты, ё-моё. Откуда ты взялся-то? Нашёл! Пистолет надо поменять. Вот, рабак возьму. Зарядка! Так, патронов не видел, Паш? Нет пока. Тут в домике мы выходили, нету вроде. Тут нету, да, не было. Идем дальше. Вон пираты! Убьем их! Ага. Сейчас они попрут оттуда вообще. А, тут железный же какой-то гамосек будет еще. Да. Прошел один. Что это? Да че они такие живучие-то, слышь? Заряжаю! В голову попадать. И мой урод! Да ё-моё. Вообще не могу с этого инвентаря стрелять. Да нифига!
Ты прикинь, живучие какие. То ли мы корявые. Покосили тут в доску. Да блин, прям в голову уже вставлял. Значит, не попал. Ой-ой-ой. Идет, идет. Мне еще дальность маленькая. Да нет, я бывает на дальнюю беру вообще хорошо из нее. Так, ну я пойду с дробовиком тут почищу. Кто остался? И-и-и. Он вполне мертв. Зарядка! Неожиданно он тут, блин, гад вылез. У нас тут взрывчатка! Парень с молотовым, убейте его! О, вообще одного с ножа зарезал. Вот тут боеприпасы, Дима. Я взял, взял. Патрончик есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Горю! Ты горишь? Да. Заряжаю! Что-то слушай, они к нам прям подходят. Я готов встречать. Сейчас пошел. Лучше валить. Прячьтесь куда-нибудь! Громила идет сюда! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо разогнались. То, что нужно, да? Здоровяк в доме. На тебе. Блин, промазал, е-мое. Где этот упырь? Осторожно! Заряжаю! Все, завалил? Да конечно. Идет сюда, походу. Ладно, народ! Набор! Все лежит. О! Пулеметик, но пулеметик это уже хорошо. Это уже веселее. Погнали сейчас эти на кораблике. Сейчас с пулеметика и придется нам тут гаситься. А, точняк. Сейчас постреляюсь. Можно было не брать. Нет, а все равно потом-то он, наверное, появится. Пригодится. Мы отобьемся. Доставайте стволы и приготовьтесь. Доставайте стволы. Блин, кофеек-то у меня кончился, чай. Какой-то наш чувак на катере не хочет катать никак. Какой-то, да он, вообще... какой-то он мошенник, блин. Надо его утопить. Надо ему взорвать эту лодку. Так, все, поехали, да? Так, все, поехали. В лес за орехами. Один есть, вон еще один, о, понеслась. Пошла жара. Перезаряжаюсь. Ох, и сколько их тут, а. Зарядка, блин. Долго-долго перезаряжает. Жалко, тут нельзя с винтовочки-то поколбать.
Да не успевал бы, наверное. Заряжаю. Сильно много их. Неплохо! Куда лупят его вот? Да вообще окучивают не по-детски. Перезарядка. Хоть тут прицел как-то ниже работает, зараза. Этот пулемет хорошо, что вообще работает. То ладно. Долго перезаряжается, конечно. Слышишь. Я заряжаю. Все, не хватило патронов. Да ладно. А, ну все, мы уже приехали. Это не спорт. Это не спорт, это просто убийство, да? Так. Готов. Вот это. Это вот, где мы прыгали на трос. Сейчас вот тут будет генератор, да, у нас? Это где-то в центре острова пираты развернули ракетную батарею. Вы можете воспользоваться ею и потопить корабль. А, вот, нам надо к ракетной батарее, как раз этот корабль, который пушкой стреляет, туда и вальнуть его. Вали гранатометчика! Где он там, подожди, стой, гранатометчик. Блин, и сразу этот идет, прикинь. Он сразу вообще идет. Ну. Иди этот хомяк. Иди. Иди. Только посмотрите, нас хотят. Господи! Убейте эту громилу! Меняй магазин! Заряжаю! То он тебя там окучивает? Ну конечно, он тут пытается ко мне подобраться. Тут гранаты, блин, тут вообще гранаты. Впереди враг! Убьем их! Без отрыва! Что-то ты ему нравишься, он, блин, все время на тебя там идет. Есть! Граната! Граната! Пойду я заберу у него. Давай. Возьми погонять. Так, патроны надо взять. Поменял я, блин. Калаш поменял на гранатомет я. Что там не он? Как-то гранатомет не очень. Не понравился нифига. Все, я помню. Ну все, погнали. Наверху кто-то сейчас есть. Они. Урод с молотовым! О-хо-хо! Меня поджег и сам загорел. А, и меня поджег, слушай, я. Запитаем от генератора кран. На огонь наступаешь его. И все. Как будет близко. Запустишь генератор, Адима? Давай, попробуем. Где его там запускать-то надо?
А он внизу где-то там стоит. Этот трос, возможно, наш билет домой, если мы сможем его достать. Грант, поворачивается! О, осторожно! Пришлось. Эти гады сейчас будут тут! Они идут от парашюта! Да ладно, ё-моё, они тут уже, слышишь? Тут уже. А ты сюда ближе отходи, я сдержусь, чё. Видишь, какая у меня тут штука. Откуда, где стреляет-то, кто не пойму? Снизу. Ох ты, ё-моё. Что ли хоть? Давайте, выходите по одному. Что идет? Да когда этот трап повернется? Что-то выкинуло, блин. Тебя выкинуло? Нет, сейчас подожди. О, обратно чуть-чуть по стене там было. Ой-ой-ой. Там и куча идет, Паша. Что там? Куча их там. Вот, спасибо. Спас. Так, надо на трос уже лезть. Все, подожди, Паш, я секунду тормознусь. Алло, я тут? Я тоже. Чё там, всё, нет? Ну всё, я на трос уже переехал. А-а. Так, как ты будешь? Сюда. Всё, погнали. Пушка вон с корабля, видишь, колбасит. Ну а сейчас мы его взорвем, я так понял. Ну нам надо дать вот тут отжать и завалить его нафиг. Ну я думаю, не просто так, тут наверное еще сейчас будут какие-то кренделя по любасу.
Что-то идти далеко, походу. Тут опять на трос надо. Ну да. Поехали. Поехали. Эй! Короче, покатаемся тут на тросах, ну. Что такое было? Все. Изменить снаряжение. Снаряжение можно изменить. Я не успел поменять снаряжение, блин. Ну ладно. Пойдем с тем, что есть. Доберитесь до артиллерии на берегу. Сейчас мы доберемся, бананы накрутим. Оп. Тут надо было автоматик какой-нибудь, конечно. Есть кто-нибудь? Ты забрал у него, да? Да-да-да, я забрал. Вон слева еще один. Все, готов. Все, есть нормас. Что-то, блин, валялось где-то. Я заряжаю! Вот установка. Берем ракету и топим эту суку. Один патрон. Так, что это? Вот оно, оно? Или это не оно? Да, вот да. Оно. А как этим оно управлять? Ого! Смотри, торпеда. Давай заряжать. Ты его кинул на землю, кинул. Сейчас смотри, взорвется сейчас. Какой штукой-то? Взял, кинул ее. Ну давай. Заводи ее. Иду за ним. Кто? Ни хрена, слышь, сзади прям на тебя чувак выскочил. Вот это упырь. А, о, пошла жара. Да, поперли гады. Ба. Там еще ракеты. Пиздец, надо винтарь брать. Так, где-то еще ракеты, Дима, должны. Да-да-да, они там наверху, где от упыри эти бегут откуда. Смотри, кто идет! Думаешь? Цели молотого этот бегает. Мужчина. Да, пока ракет. Таких. Давай, сделай что-нибудь. Алло, Диман, ты где? Да, бегу, бегу. Зарядка. Заряжай. А ты, сволочь, умри. Ой, черт, побери! Аптечка. Упырь. Прям на меня вышел. Заряжаю! Вон, да? Взять его! Ой! Пойдем,
Пойдем, я прикрываю. Кто-то кричит, взять. Кто-то кричит взять его, слышишь? И кто-то тут уже. Блин, не бежит нифига. Скорей. Е-мое. Идут они где-то, Паша, где-то кто-то идет. Это не про нас говорят, что мы идем. А, мы идем. Давай заряжай ее. Заряжи. Ё-моё. Да, давай еще одну. Бам. Вот так, ребятки, еще одну. Да? Еще одну, слушай, надо. Еще одна. Слева где-то. Еще одна. Я иду. Патронов надо, блин, взять. Я за стационарником. Меняй магазин. Магазин пустой. Где-то рядом уже с ней. Вот она. Да я под огнем. Я бегу. Под плотным огнем. Бегу, Паша, бегу. Сейчас убьют. Граната. Не должны. Всё. Где? Ну, рядом вот с тобой. Бежит прямо на нас. Заряжаю. Да вы откуда, ё-помать? Много. Просто вообще. Заряжаю. А чё бомба-то не берется, слышь? Ага. Бомба не берется что-то. Пошел, чтобы меня. Заряжаю. Надеюсь, я тут поднимусь. А вот тут я не пройду. Диман, пропусти меня. Заряжаем. Лёг. Что-то произошло. А, не, все нормально. Эй, на-ка, получи-ка. Прикурите, парни. Браво, мы его потопили. Что дальше? Есть. Но дальше надо под срочно. На этом корыте можно ставить крест. Патроны. А круто вы их сделали, а? Там есть свалка на пляже за деревней, на другой стороне. Опять пешком, короче, да? Опять пешком, походу. Да, блин, я его точно пристрелю, блин. Идите через пещеру, короче, нормально. Да, патроны. Взял? Патроны. Нет. Я взял вроде, ну. А, вон она, пещера-то. Все, я помню. Пещера. Их. Уже хочется, знаешь, что спеть уже. Я убью тебя, лодочник. А ну, это точно, да. Уже, блин. Что-то не та дорога, я куда-то. Че? Диман. Тут фонарик есть. Что-то. Ты где? Я не подождал, надо было подождать. Я тут? На вот уже локация переменилась, и я вне зоны действия оказался. Блин. Все, уйди дальше один. Погибли геройски, да? Да. Мне не хочется туда идти. Вс,
все, что-то тут мне говорит, ожидайте. Ожидайте других игроков. Все. О. А, во, я появился. Так что все нормально. Не так все еще и плохо. Так, я готов. Ой, не готов, готов. Сейчас тут будет мясо. Вот это. От этого друга железного нам точно не убежать сейчас. Че, 4 опять что-то, чуть-чуть второй раз. Нифига у тебя там на спине купола там нарисованы. Ну я тебе говорю. Ой. Что-то не понял. Я куда-то провалился. Под воду ныряй. Я в воде уже был. Ты нырни прям вниз. А, вот оно как. Ух ты. Здоровичок. Эй, валите этого типа с огнеметом! Шумим. Блин, выжил. Меня убьют сейчас. Тройком возился. Заряжаю. Да блин, давай. О, он огнемет. Че вообще? Да о, когда наклоняется, видел у него из спины эти. Газ выходит, ему надо попасть в стоп. Баллон. Блин, я горю вообще со страшной силой. Я тоже. А, лечиться надо. Ты выжил? Да. Я где-то тут погиб геройский, походу, в воде. Блин, да, ты погиб. Че ж ты нажимал тогда, а? Не вспомнишь? Не-а. А же ты переключался как-то на меня? Я вот нажимаю сейчас опять эти кнопки, когда я нажимал, и ничего. Tab, Shift, Caps Lock. Все. Теперь опять на тебя не переключиться что-то. Там далеко, наверное, идти, слушай. Да? Не знаю. Ну да, скорее всего. Блин, надо было тебе погибнуть. Мы бы начали тогда опять отсюда. Давай сейчас сообразим. Эй, я не придумываю! Погибнуть-то это дело не хитрое. Да как? Я хоть бы, знаешь, тут я в воду бы не свалился, было бы еще нормально. Ага, чуваки, давай, я как и Макаси сейчас пойду на вас. Я открытый. Троих зарезал, прикинь. Прям по очереди. Так, изменить надо, блин, какой-то автоматик взять. Или чё? А, во, РПГ взял, короче. Сейчас попробуем еще раз. От этой пещеры у меня мурашки по коже. Так, чё, мы где есть? А, вот. Водичку сейчас. Вылезти не могу. Эй, подбейте бак этому засранцу! Заряжаю! Я почти на нуле! Что-то попасть с трубой не может. Попал. А, все, опять. О, я падаю. Ты... Упал хоть здесь, слава богу, блин. Слава богу, что хоть, блин, тут. Тут свалился. Ну нормально, тут хоть с РПГ, тут подожгли его, хорошо. О, это надо. Это нужная вещь.
А тут опять нам нырять, короче, да? Акул, да, не, акул нету? Акул нету? Нету вроде. Каких-нибудь осьминогов, мутантов. Сейчас мы тут... Здесь легко может быть такое. Давайте, ребята, подберемся к базе с другой стороны. Давайте. Так, а тут сейчас тут будет... О, ты взял его штуку, что ли? Ни хрена. Промахнулся, ё-моё. Нет, не получилось. Да блин, не залезь мне на эту, на сопочку бы я с удовольствием бы. Это прожечь, но не получилось. Есть патроны. Я заряжаю. Тут в середине патроны есть. Да успокойся ты, патронов почти нет. Сейчас. РПГ, хуй. Убейте его. Сейчас трупы немного пособираю. О, оп. Все, ножом зарезал. Фига ты его там садил ему. Блин, я думал, тут патроны в середине. А, вот они, да. Вот они, вот они. Все, нормас. А, это мне надо... Вот патроны, вот патроны. Для гранатомета, хотя ничего не видал. Не валяется нигде. Они вот дальше, взрывчатые дальше. Ох, кто-то мне всадил, слушай, я. Последний стрел, прикройте меня. Ой, все. Я вижу, вижу, вижу. Приняли. Уа, все, писец, мы походу тут проиграем. Пятеро. Да я понял. Да ебона мать, я не могу попасть. Там снайпер еще. Я понял. Гранату кинули. Да я не умею. Держись, Паша, держись. Да и опять граната. Блин. Перезаряжаться стал. Бляха, надо изменить этот хоть на пистолет этот. Гранатомет, что ли? Да. А, надо было просто взять ничего тут в свое время. Почему ему хорошая моя... штука? Главное попасть. Так не было. Да это огнеметчик. В баллон, там говорят, в баллон надо попасть. Да, ну сейчас, подожди, присядь и целься в него. Прям сейчас пока кипиш. Нет, 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 с этого, с гранатомета. Все, сейчас полился. А теперь уже поздно целиться с гранатомета. Все. А все опять. Умираю, ты меня не спасешь тут. Сдайся, сдайся ему. Пусть он тебя завалит. Начнем сначала. Да пусть он тебя завалит, все грохнул. Что-то ты его зарезать хотел, что ли? Не пойму. Мы сейчас как выплываем, Диман, пока все спокойно, ты сразу гранатомет доставай и целься в него. В баллон? Бегом из пещеры. В баллон. Да не в баллон, а просто в него стреляй, не обязательно. В баллон надо стрелять его, когда покоцаешь, он падает, короче, на колени, и у него из баллона, короче, из дырок газ начинает выходить. Тогда надо в баллон стрелять, чтобы баллон взорвался. Парень с молотом, а где здоровяк? А где? Не понял. Чё ты как-то не хватает?
Нету Дрейка. Заряжаю! Тут шприцы! Шприцы. Ты туда вперед не беги, давай сзади подержимся где-нибудь там. У меня, видишь, я на короткой дистанции, у меня же не снайпер. Но все равно-то отступай хоть. То видишь, их там много, а я с этим винтарем ни туда, ни сюда. Да, в тот раз так получилось, то что, короче, назад пути нет. Да ее. Вот они там батерятся-то, Никиту и налево. Блин, меня убили. Прозевал я его. Слева в доме. В доме. И не говори потом, что я тебе не помог. Я его не видел, он, блин, вышел. А, теперь я. Меня подорвали, Паша. Иду. Все, вставай. Валим. Да что не бежит-то у меня, ё-моё. Да писец у меня. Ты можешь пробу пустить. Заряжаю! Алло, Диман. Я тут. Прицеливай просто. Вот тут где-то их много, оттуда слева побежит. Надо зарядиться. Так, все, я готов. Медикаменты, кстати. Я заряжаю! Если надо. Все, я пошел, короче, прикрывай меня. Ну, постараюсь. Зайдем красиво. У засранца нож! А, Паша, тебя! Оба! Рубанул! Тебе бежит. Да тебе я бежит. Вижу. Вот он быстрый олень-то, ядрен. Писец, короче. Зарядка. Вот попробуй один пройти. Да куда мне, походу, самому писец. Да японский дрын-то. Один патрон. О, хорошо, садовал. Берегитесь, сюда бежит тип. Эй, здесь снайпер, аккуратнее. Снайпер тебя вычисляет. Да все, там их уже море просто. Бона мать, ты погибнешь сейчас, походу, геройски. Попробую заодно разобраться. Вот, все, я за тобой наблюдаю. Вставляю. Там снайпер! Спрячь свою башку! Давай, делай что-нибудь! Давай, дедуля, не подведи! Да японские, чё они такие прыткие-то, ё-моё. Да корявый дед, видишь, старый, слепой. Да неужели?
Я патронов много тут. Да я не знаю, надо взять. Все, я его вижу сейчас. Почти всех убил. Там было нечестно. Дай пона дых. Дыхалка. Заряжаю! Сейчас за спиной один. Справа где-то. Где-то вообще рядом. Да что такой корявый-то, японский дрын? Гранату кинул, беги. Я вижу, ага. Я заряжаю. Так. Еще один. Вон он. Пошел, они пошел. Пропали. Надо делать. Справа еще. Я только разогреваю. Все готов. Слева идет, слева демон идет. А, не, слушай. Не дай мне умереть. А, все, я. Заряжаю. Я понял шутку юмора. Еще один выходит. Тоже. Где-то он. Вон он посередине прям. Я карту думал на тебя теперь уже по карту показывать. За сколько там ему? Ни хрена они там прут. Заряжаю! Сволочи. Охренеть их там. Несметное количество, что ли? Он вполне мертв. Ну это уже нормально, тут их расстрелять. Вот так надо делать. Заряжаю. Еще один, короче, в доме сидит справа. Кому нужны патроны? Кому нужен, я тут один. В доме, короче, справа, так что пойдешь, вот справа домик, в нем сидит где-то. Да-да-да, там один заходил такой. Лысый. Черт. Где-то он в углу сидит. Вон он. Там срез, что ли? Упакован. Так, ну Дима, ну скоро я уже появлюсь. Тут еще базарит там. То, что нужно, да? Это простое наблюдение. В этот раз, если найду, я тебя выпотрошу. Вот двое. Не высовывайся! Нифига с первого раза. Да ебана, мама. Да что ты, я такой кривой-то вообще. Осторожно, толстяк идет к нам. Охренеть. Слушай. Зарядка. Ракетница, давай его. Прикрыли ему. Прячьте, суки, он мой. Я нашел шприцы. Не забудьте про них. Целься прям пофиг там у него. Заряжаю. Еее, попал.
вообще шикарно. У него там мало осталось, да? Да, меньше половины. Вот, блин, рядом подлетело. Чё, мы зарядимся? Сейчас зарядишься, еще возьми. Явно. Сейчас, сейчас ему точно за ним нужен. Ладно, ну там не стоит. Заряжаю! Все, походу, один. Лег. Все, он лег. Блин. Нифига тут трупов, ты что тут натворил? Да пострелял, они все бежали, бежали. Обалдеть. Слушай, кто-то мне тут в отместку сандалит. Ну-ка. Вон за бочкой завели. Ага. Попал. Вот. Он вполне мертв. Там вон медикаменты Зарядка. Есть, надо тебе или нет? Где? А вот прям перед тобой чуть левее. Кто еще один? Там трое. Там... И один справа выходит, Диманы. Справа. Эх, вы сволочи. А ты присядь. Будет, он будет точнее стрелять. Гранату. Ого. Ладно, блин, ну что, я убегу. Тут вообще засесть бы так, чтобы... Хорошо. Вон он. Минус один. Сколько их там? Человек 4 было, да? Человек 4, да. Трое, да, трое слева было и справа выходил. Уже трое должно быть. Как 10 негритят, их осталось. Право за дом, видел, да? Да пипец, два раза воткнул. Заряжаю. Она слабая, эта ружбайка, я тут. Вон еще бежит какой-то упырь. Слева. Ой-ой-ой-ой, там что-то заваливает нормально. Ты чё такой, блин, живучий-то, сволочь? Я тебя рассмотрю, урод! Ну тебя вообще даже не... И где ты? Попрятались. Да вообще не говори. Один где-то за горкой, вот за камерой. Где-то тут он должен быть. Вон, за домом справа. Есть. Еще один сейчас справа за домом будет. За дальней стенкой где-то. Ну, короче, на другом торце доме. Где-то вот он, вот он. Ой-ой-ой-ой. Делать-то надо. Не знаю, дальше идти. А чё, а нету этой желтенькой на карте? Не, черепушка только там есть он. А черепушка это я. Да точно ты. А слева наверху задание написано. А?
О, орёт кто-то, где-то еще один остался, надо его убить. Нет, я кричал, у нас тут взрывчатка. А? Мне вот надо патронов для этой, для снайперки. Слева наверху в углу не написано задание там? Найдите задний вход на верфь. Вот все. Найдите задний вход, где же мне найти? Задний. Причем еще задний, понял? Задний. Сейчас буй побольше возьмем у него. На обшаривают. А, наверное, в домиках где-то, нет? Нет, чем нет. Наверх. То есть где-то на улице. Налево туда дальше иди. Здесь, отлично. Где? Все мертвы. О, теперь все. Нужно открыть ворота. Я уже появился. О, ё-моё, я же испугался, но кто бежит рядом. Там что-то бомбануть надо. Бери бомбу. Вот он этот вход. Секунд. Да. Хорошо бы найти этот блядский мотор в этой пещере. Огнеметчик. Есть базука? Без базуки, Диман, это, блин. Сейчас дай перезарядиться. Ой, это не перезарядиться, а взять эту херню. Пусть он там входит, фиг с ним. Да я его не вижу вообще, он из-за этого тумана. А сейчас как увидишь, когда стрелял. Ох, хорошо шибанул. Где он весь-то? Все, вот видишь, все. Он когда упал, вот я ему баллоны рас... Все, он взорвался. Блин, у меня нету снарядов, нету для гранатомета. Может бегать взять? Пусть будет. А не, нельзя туда уже идти. Да? Ну, на карте видишь, это черная зона. А, точно, зона. Точно, зона тоже кончилась. Значит, только вперед. Опять. Я думаю, сейчас где-нибудь рядом будет еще. По пещерам опять. О, опять тут выбрали куда-то. О, двигатель. Значит, уже почти конец задания. Так, надо машину. Вон справа эти для базуки снаряды. Ты где там? Я залез. Наверх, залез? На камень. Где выходили только? Обернись, вот видишь, что наверху стоит. А, нифига. Так, ну что, они тут должны где-то появиться, наверное, да, или мы? Так. О, нифига, ты что-то потащил, слышь? Поехал, да? Да, 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 он едет. О, ништяк. Ну сейчас должны упыри откуда-то, наверное, взяться. А баррикады. Иду. Баррикады-то где? Оттуда у нас. Справа. Справа у него. Отступай назад тогда. Я буду. Сейчас буду я держать отсюда их. О, все, их понабежало тут. Да японский, что-то я косил, слушай. Да какого болта, только прицелишься, они. Да какого хрена вообще? Ой, хорошо ты, парень, засел. Так я и не попал в него, прикинь. Писец, полез я вниз, короче. Надо уже надыбать, наверное. Да ладно. Чё, опять не попал, что ли? Конечно, не попал. Ой-ой-ой, меня убивают тут, походу, пока. Нет, не до конца. Уходи. Блин, патроны кончаются. Надо трубчики. Эй, ищите обломки! Заряжаю! Где они прыгаешь?
Да не знаю. Далека. Сзади пошел, сзади. А, черт! Нужно топливо! Ищем! Прогрев двигателя! Блин, нифига не горит это что-то. Ты меня саданул, вообще, да? А, меня тут нарезал кто-то, слушай. Блин, сейчас убью. Убили. Все, и меня тоже. Все, и тебя убили. Продолжим. Вообще. Надо, блин, автомат брать с раку, с этим ружьем и гранатометом. Нифига тут не прокатит. Я а сейчас ты... комплект стрелок возьму. Так. Повеселее. Движок подойдет, а машина поможет нам доставить его на берег. Я пошел встречать их. Давай. Что надо делать? Все, поехала. Да. Все, готов. Встреча с ними. Внимание, у обломков! Ух, сейчас будет жарко. Вот черт побери, они с другой стороны. Они с другой стороны, Паша, тоже идут. Ёпта мать. Эй, здесь шприцы! Шприцы-то здесь, блин. Эй, здесь шприцы! Они идут! Враги у обломков судна! Нашел! Обломка судна. Где? Магазин почти пуст. Я тебя не боюсь. А, вот, это как раз с этой стороны. Я почти пуст. Тебя коня. А, меня убили, Паша. Убили, да? Ну, не совсем, я еще тут живой чуть-чуть. Они тебя окружили тут, короче. Один сзади где тут. Они офигели, что ли? Да вообще их тут как этих. О, нифига ты зарезал чувака. Да. Заряжаю. Да беги ты, японский ты городовой. Дали там мясник, то ли. Да чё за херня? Мотор заглох, топливо кончилось. Найдите его. Ё-моё, топливо чё. Так, я затоплю. Снайпер. Всем укрытие, снайпер! Готов. Вот патроны. Понимаю, я сейчас затоплю. Ой, мне кто-то гранату воткнул тут прям в самые помидоры. Заряжаю! Что заливать-то? Где ты их находишь-то? Тут здесь они бегают. Ну неужели все? Тут шприцы! Ну вот движок подтягивается. О, шприцы надо взять. А, есть. И что идут? Опять пошли, Паша.
Да. Новый мотор. Я скоро буду. Заряжаю! Убийца! Что делать-то? Первым делом, я думаю. Избавьтесь от пиратов. Пираты, выходите. Орудие где-то стреляют. Сзади опять разошли. Ой. Отлично. Мы достали двигатель. Фу ты, блин. Фу ты, блин, опять пронесло. На шарика вытащили. Мотор такой-то говнище старый, слышь. Ржавая. А, ну это мы, получается, прошли полностью эту сейчас. Да, часть-то. Ну, вроде да. Но я сейчас не знаю, прошли. А, ну она сейчас, в принципе, покажет, да? Поиск данных. Зашифрованные данные какие-то. Что происходит? Да, походу, да. Да, все, прошли. Ну вот, друзья, подписывайтесь на наши группы, на наши каналы. Ссылки найдете у меня в группе, все это дело. Ставьте лайки за просмотр. Вот так вот мы колбасим тут по пиратам потихонечку. Все, на этом закончим. Смотрите следующую серию. Да. Следующая глава. Что там будет, да, что-то новое, свежее. Мы будем проходить. Все, и на этом все. Всем удачи и пока. Всем пока.